Еще одно производственное ЧП произошло в Павлодаре на трубопроводном заводе КСП «Стил». 31-летняя машинист предприятия оказалась зажатой между металлическими конструкциями. Произошло разрушение самого стеллажа, вследствие чего машинистка крана Кельман Наталья Леонтьевна была зажата разрушенной частью стеллажа и между разрушенной частью стеллажа и столом загрузки. Из-за полученных травм машинистка крана скончалась на месте происшествия. У женщины остались муж и двое детей. Расследованием несчастного случая занимаются специалисты. Уже известна предварительная причина случившегося. По предварительным данным, исходя из фотографий, будем говорить, места происшествия, видно, что конструкция стеллажа, вернее, сварочные соединения, которые, ну, которыми были закреплены боковые стойки стеллажа, они были, сварочные швы, соединения некачественные, то есть не выдержали ту нагрузку, которую они должны были выдержать. И будем говорить, что из-за несовершенства этой конструкции произошло падение.